Добрый вечер. Или любое другое время суток по вашему выбору. Ну, как обычно, присказка, да, не хотел больше ничего записывать, но какой-то хороший человек скинул мой последний ролик с упоминанием поста мятежника Джека мятежнику Джеку, судя по всему, или на какой-то из его многочисленных пабликов. Ну и, соответственно, на мой YouTube-канал, конкретно на этот ролик, произошел массовый набег. Что я хочу сказать? Я хочу сказать спасибо, ребята. Какие же вы молодцы. Вы мне за час накрутили 1000 просмотров. Для меня это много. Вот, то есть, спасибо огромное. Тут кто-то, может быть, еще зашел там, просто в рекомендациях увидел, там, стремительно растущий ролик. Или еще что-то. Даже потом зашла парочка нормальных людей. Самое интересное, вы понимаете? Это вот... У меня такое один раз было раньше, когда я не к ночи упомянул господина Прилепина. Вот там было меньше. Здесь это было вообще прекрасно. В течение часа забегают люди. Значит, все ругаются матом. Просто всех даже не хамят, а вот конкретно вот сквернословят, оскорбляют. А вот... обзываются, в общем, демонстрируют свой богатый внутренний мир, да, и все за Жожиков, да, Жожики сила, там все тра-ля-ля, там автор там тот-то, тот-то и так далее и тому подобное, причем 95% из них не смотрело ролик, судя по комментам, они просто не знают, о чем там говорится, да, вот, буквально парочка была... таких конкретных претензий. Ну и я сейчас как раз совместил просмотр стрима Бориса Витальевича Юлина с баном Жожиков. Я их забанил человек 30, наверное. А вот, ну, что сказать. Полезный ролик получился. И главное, понимаете, мне очень понравилось, как эти люди в массе себя проявили. Проявили они себя как стадо, которому дали команду, и оно побежало, куда сказали. А вот, это вот к вопросу, меня тут спрашивают, почему мне националисты не нравятся. Потому что националисты при определенной пропагандистской обработке превращаются вот в такое. То есть, им дали команду, они побежали, куда им сказано. Потому что они идеалисты все, они головой разучиваются думать под действием определенной пропаганды, да? Ну, например, вот такой, вот тут. Джек как раз пишет, что, короче, классовой борьбы вообще нет, классовой повестки нет, да, то есть, вот, все типа левачки сидят в Европе на грантах Сороса, там, тра-ля-ля, а есть только те, кто за нас и против нас, понимаете, там, в СВО и так далее и тому подобное, вот. То есть, конкретная националистическая повесточка, точно такая же была там у каких-нибудь там Муссолини, таких Гитлеров и прочих. Вот есть наши, а есть не наши. Вот. И бегите туда, бейте не наших. Так начинаются отряды ИСА, ордите итальянские, ну и прочие батальоны смерти. А вот. Начинаются. Сначала это вот так вот происходит. Вот. Хохлов называют свиньями, да, там, и так далее. Ну, вот. Расчеловечивать. А вот. То есть, это, понимаете, вот это стадо набежало, называется. А учитывая его культурный уровень, я не говорю о тех некоторых людях, которые хотя бы начали смотреть ролик. Вот, то это не просто стадо, а это стадо скотов, ребят. Вот как вы выглядите со стороны. Вы уж извините, я года три как отписался там от Киященко. Я не знаю, что у него происходит в его этом обществе. Но вот то, что сейчас случилось у меня на канале, замечательно демонстрирует, что там происходит. Там организовали секту и превращают ее в стадо скотов. Молодец, Джек, красавчик. А вот, вот, собственно, все, что я хотел на эту тему сказать. И только один человек, который пришел ругаться, не поленился пройтись на мой телеграм-канал, ну, ссылка под роликом висит, да, то есть на все мои ресурсы, да, не поленился пройти, увидеть количество у меня там подписчиков и просто руками развел, блин, чё Джек
запарился ради такой ерунды? Ты же вообще, ты мелочь, ты никто. Я этому человеку аплодирую. Не потому, что он сказал, что я никто, а потому, что он включил голову. То есть он посмотрел хотя бы, с чем он имеет дело. Видно, еще у человека не совсем атрофировался мозг. Это удивительно. В такой-то обстановке, в таком-то окружении. Вот. Молодец, парень. Я тебя, конечно, забанил. Ты извини, я всех забанил. Сейчас сразу говорил, когда я канал делал, да, там, когда там паблик ВК, там все, все что угодно. Вот. Я прихожу сюда за положительными эмоциями, за общением. Вот. А не за каким-то раздражением и негативом. Так что баним всех. Вот. Тем, кого не забанил, хорошего настроения все-таки. Постарайтесь, чтобы оно у вас было. Всем добра, Жожиком привет.